Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей и игрушка под названием Симулятор пиздюка. Я бы назвал это так, мелкого засранца, который... Подожди, из описания в Стиме, я скажу так, а не хотели ли вы вернуться в детство, где все было беззаботно, где на все было насрать, где можно было ходить, крушить и не думать совершенно ни о чем вообще никогда в жизни? Я уж не знаю, у кого там в детстве можно было все подряд ходить, крушить, в моем детстве мне бы дали пиздюлей, если бы я что-то начал крушить, возможно, сейчас что-то иначе, не знаю, посмотрим. Эта игрушка похожа на симулятор козла, судя по тому, что там в Стиме нарисовано, на скрине, на видео делано. И, собственно, мы на это посмотрим, почему, собственно, и нет. Симулятор козла довольно забавный, веселый, но очень быстро надоедающая игрушка. Я думаю, это ничем от нее особо не отличается, кроме того, что здесь в главной роли будет пиздюк. Симулятор маленького козла, я бы назвал это так. Не знаю. Идти вперед на В, мышь влево-вправо, ушами двигать, что ли? И клик ЛКМ, это чтобы... Настройка персона... Блин... Это Джимми Нейтрон? Там было... Можно было блевать только что. А, поебал, можешь кому-то дать, хорошо. Окей, блевать на N. Что, подожди секунду. Настройки. Управление-то где? Так, ладно. Окей. Ёх, нихуя себе ты прыгучий какой. Пиздюк. Ну, пойдем посмотрим. Музяка кончилась? Нет, не кончилось. Хорошо, не кончилось. Надеюсь, не палевное, иначе придется все это дело мне вырезать, и игра будет без звука. В принципе, ничего страшного. Я уже даже, если в этой игре будет палевная музыка, которая запретит, как бы, и будет мне кидать авторские права, то я просто... Нажмите Е, чтобы что? Серьезно? Пиздюк за рулем? Что? Какой сильный пиздюк. Может быть, это в его... Охереть, ты супермен, что ли, какой? Что с тобой происходит? Мать твою, здравствуйте. Хотите? Ну, я, конечно, понимаю, что я очень сильно большой пиздюк, но... Почему? Что? Успокойся, пожалуйста, ты ведешься как типичный NPC в какой-нибудь Kingdom Come, блядь. Машина, что происходит? Да заткнись ты уже, блядь, хоть по жопе нашлепаю. Давай по жопе, давай пиздюк, а? Пиздюк уже подрос, уже баб по жопе шлепает. Ну возьми меня на ручки, я же маленький пиздюк, ты же хочешь меня взять на ручки. Представляешь, если бы я из тебя вылез прямо сейчас? Тебя бы разорвало нахуй изнутри. Хочешь, я из тебя вылезу? Подожди. Давай сначала в тебя залезу, потом в тебя вылезу. Подожди. Подожди. Подожди, я в тебя залезу. Давай все. Ну стой, 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 стой. Я хочу в тебя залезть. Смотри, у меня специально. Хотел сказать, у меня специально заостренная челка, чтобы было проще в тебя залазить. Куда ты бежишь? Ну-ка нахуй, успокойся. Успокойся. Ладно, плыви, рыба, плыви. Я не знаю. Я не знаю, что это за рыба. Это рыба-долбоеб? Оу, рыба-неваляшка. Отлично, хорошо, ладно, пойдем дальше. Пойдем дальше. Кому не хотелось в детстве найти что-нибудь сломать, серьезно. Я уже вижу трамплин, он меня уже манит. Осталось найти машину, хотя хули ее искать. Вон моя машина. Вон моя машина буквально на крыше лежит. Сейчас я ее возьму и прокачусь. По-моему, у NPC есть какая-то зона действия, которая... Фу, блядь! Испугала. Так, ну какую? Смотри, есть черный, есть оранжевый. Здравствуйте, молодой человек. Что с вами не так со всеми? Я всего лишь маленький пиздюк. Я же тебе не предлагаю в тебя залазить. Я просто... Давай... Стой! Стой, мать твою, я тебе говорю! Стой, сука! Ты... Он лег, короче, в кусты. Думает, я его, блядь, не замечу. Так, пойду возьму красную. Нет, не возьму. Возьму синюю. Синюю возьму. Окей, поехали. Взял красную, похуй. А, у меня двойная машина. Отлично, отлично, отлично. Отлично, у меня две машины почему-то сразу взялось. Это охуенно. Где я? Где я? Объясните, пожалуйста. Почему меня не видно? Ах, да, я же маленький пиздюк. Меня же из руля даже не заметишь. Окей, допустим.
Допустим. Я хотел вроде этот трамплин, и я его сейчас попробую. Мне похер вообще. Все, я пробую трамплин. Сейчас будет весело. Смотри, я сейчас полечу. Смотри. Смотри, и... Смотри, раз, и выхожу. Выхожу, а машина улетает. Где машина? Блять, меня нет в траве. Машина уехала. Я стелс. Коровки. Хорошо. Привет. Че у меня все бои? Твою мать, летающая корова, блядь. Стой меня, корова, подожди. Давай ты меня будешь катать. Давай я тебя подкину, ты будешь меня катать. Корова, стой. Стой, собака негрещенная, блядь, сказал. Стой, сука. Ух ты, блядина какая. Так, это симулятор. Фарминг симулятор 2019. Новая часть сейчас будет, смотри. Или не будет. А, нет, не будет, окей, это резиновый трактор. Пиздец, под резиновый трактор построили настоящий гараж, представляешь? Охуенно. Привет, девчонки, как дела? Стойте. Стойте, девчонки, подождите, стойте, девчонки, давайте попиздим. Опачки! Ты что, следишь за мной, сука? Ты что, педобир? Ты зачем за мной следишь? Я тебя сейчас догоню и съем, нахуй. Я убью тебя, дружище. Тебе пиздец. Представь, за тобой такой пиздец бегал. Он же реально страшный. Взрыв, он похож на этих. На... ужасы всякие с куклами вот этими, которых, блядь, только подбородок болтает. Он же вылитый оттуда, кукла. Да смотри, это же, бля, как много людей здесь. Тут так много людей, всего лишь два скина, судя по всему. Скин вот этой бабы и скин вот этого мужика, ну хорошо. Нихуя ты припрыгиваешь. А я маленький пиздюк, а мне похуй на все, а я убью сейчас всех людей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Иди сюда, я в тебя зайду. Ну иди сюда, я в тебя зайду. Ой, зайду. Ой, зайду. Ой, зайду, сука, стой. Блять, были ноги подлиннее, пизда в тебе настала. Ой, стой. Сука, я ведь вырасту, пока бегаю, падла, все догоню. Догоню тебя, сука, вырасту и догоню. Зайду в тебя, сейчас я тебе сказал. Зайду, захожу, все, открывай. Открывай ворота, я захожу. Открывай, хочу родиться заново. Давай. Да, может, я рожусь не таким страшным. Давай, быстрей. Ну стой, ну женщина, блять. Ну, серьезно, подожди, я зайду в тебя. Все, мне надо. Надо зайти. Сука, ладно, найду себе другую. Не одна ты здесь, поняла? Много вас таких, блядь. Еще тут я на тебя буду жизнь свою тратить, собака такая. Сейчас найду другую сейчас, окей. Меня музыка зомбирует уже. По-моему, это вторая песня, их всего лишь две. Значит, они не палевные. Если музыки здесь всего лишь две, значит, они не палевные. Хуяк, разбился пиздюк. Нет, не разбился. Не настоящий пиздюк, не разбивается. Окей, по описанию в стиме. Опять-таки возвращаемся. Думаешь, я просто так взял какую-то первую попавшуюся мне хуйню и записал? Нет. Я взял не первую попавшуюся хуйню. Во-первых, до этого хуйни было очень много. А во-вторых, из всей этой хуйни я выбрал именно эту, потому что... Было указано, что в данной игре есть множество заданий, множество секретных зон, множество прочей интересной интересности, которую я, в принципе, могу здесь обнаружить. Но пока что ничего, кроме очень сильно высоких прыжков, я ничего не обнаружил. Что ты здесь делаешь? Что ты меня боишься? Я пойду к тебе в дом. Хочешь, разобью твою машину чуть попозже? Бегай, сейчас я, подожди. Я сейчас изнасилую твою жену и вернусь. Смотри. Я уже здесь, смотри. Так, окей, где жена? На, нахуй, на, давай, ломай дверь. Окей, я должен очки набирать. Что? Опа! Вот это нихуя себе! Я сломаю твой телевизор, красиво, отлично. Я, сука, тебя предупреждал. Это шкаф был? Внезапно, окей. Я сломаю твой диван. Диванная подушка, это хорошо. То есть он просто проходит насквозь, замечательно. Я сломаю еще один твой телевизор. Я сломаю тебе всю жизнь, сука. Сейчас, подожди, я выйду. 888 очков, нихуя себе. Я выиграл джекпот только что. Опачки, торговый автомат внезапно в доме стоит. Хули бы и нет. Сам себе что-то продает. Дурак. Что там написано? Many пюки, much destroy. Окей. Больше уничтожай, говорит. Хорошо, без проблем. Ломай и разрушай все вещи. Хорошо, спасибо, как скажешь. Ой, не могу пройти сюда, смотри-ка. Серьезно? А, все сломал. Ага, дверь ломается. Я понял. Ой, что? Смотри-ка. Смотри, не прохожу, смотри. Ай, нахуй, уже прохожу, ты понял? Уже прохожу. Прохожу уже. Ну прохожу, блядь! Сука, я супермен, я прохожу, сказал! Я прохожу, куда хочу! Опа, нахуй. Блядь, комната из какого-то хоррора. Было бы закрыто, здесь было бы страшно. Новая музяка? Вот это раз. А чё, пиздюк не может выйти в окно? Серьезно? Странный пиздюк. Ту-ту-ту. Я не нашел его жену, ему повезло. Пойду изнасилую его. Мужик, тебе не повезло. У тебя нет жены. Придется тебе самому за нее отдуваться. Пошли, пойдем.
А ты, сука, попался. Надо было по яйцам засветить. Ладно, поехали, изучим город. Не знаю зачем, просто нужно посмотреть, что тут в округе вообще есть. Я видел... А можно я тебя собью нахуй? На, сука. Нет, не могу. Живи, чувак, ты бессмертный, судя по всему. Поздравляю тебя, ты будешь жить вечно. Вечно без жены. Я буду приходить и... Это что сейчас было, я не понял. Я нажимал на тормоза, и в итоге он что-то сорвался с места ни с того ни с сего назад. Кто-то врезался? Да, здесь есть резиновая невидимая резиновая подушка, которая истек... Она мигает мне, я понял тебя, я заметил, все, я еду. Я мчусь на всех парах, жди меня, я уже здесь. А есть волки? Просто почему бы и нет? Блять, я вот сейчас утону. Нет, я не утону, все нормально, выходи. Выходи, где я, что я? Угу. Ой, я могу плавать, замечательно. Я настолько разносторонний развитый пиздюк, что я могу плавать, бить людей. Она мигает мне, она говорит, иди ко мне, твоя северная звезда, иди быстрее, покори меня, что-нибудь там сделай, я не знаю, что там. Отлично, я утка. Блять, инопланетный крейсер, сука. Не пугайте меня такими резкими окончаниями музыки, я думал, пиздюк помер. А вон моя площадка, замечательно. Ну там-то хоть мужик не будет от меня бегать. Я все-таки ребенок. Он пешком может ходить, нихуя себе. Окей, это опасность, опасность. Опять ты, блядь. Опять ты, сука. На нахуй. Ебать, чувака такая синяя. Ну здорово, сука. Ну вот и я. Че, боишься меня, падла? Охуеть, я научил тебя летать, мать. Хочешь еще чем-нибудь научу? Стой. Здесь много странной музыки, серьезно. Мусор, везде мусор. Сломай 50 мусорок. Я 50 мусорок сломал. Когда я, блядь, успел? Кто-то тут без меня мне играл, что ли, или что? А что ты мне мигала? Что ты мне подмигивала, сучка железная? Что ты мне подмигивала, сказал? Че, динамишь меня, сука? Динамишь меня, да? Сейчас, блядь, трактор привезу, ебал тебе сломаю. Пойду в дом схожу. Ты смотри, динамит меня, тварь. Динамит, блядь. Какой же он страшный, блядь. Но он реально похож на все эти куклы из ужасов. Просто прям вот вылитый. И серьезно, говорю, смотри на него. Ему вот только подбородком борта... блядь. Подбородком научилась остать... Подбородком научилась остать... Подбородком осталось научиться, ну? Еб ты. А что-то город маловато, где секреты-то? Велик, серьезно? На нахуй, велосипед, да, гриль, смотри-ка. Или это барбекю? Загорелось барбекю, а можно что-то взорвется? Нет, окей, поеду дальше. Ебать, вот это камера здесь. Можно прям снимки делать. Так, городок-то малехонькой, малехонькой городишко-то. Совсем пиздюшный, прям как я, ну, в конце-то концов. Я хотел поисследовать, покататься, посмотреть. А в итоге на что я буду смотреть, если здесь ничего нет? Что это за херня? Что, блядь, происходит в этом городе? Где все? Опачки, здрасте. Здрасте. Забор покрасьте. Съебался отсюда. Так, ты работаешь? Конечно, что? Что? Нажимайте V и G, чтобы переместить виллу по... Да? V и G? О. А, У и В, окей, У и Дж, хорошо. У и Дж. Ну, допустим. А что я должен грузить? Блять, я уже на работу устроился, ты понял? Институтов не кончал, а работу получал. Нормально, нет? Красиво. Вот что значит, блять, программа по поднятию молодежной работы. Тебе удобно? Удобно тебе? Тебе прям реально, да, заебись? Прям хорошо тебе, да? На, сука. Давай я тебя переверну, на. Пиздец, ты как метеорит упала, ты... Ты как так делаешь? Вызывайте священника, что за хуйня здесь творится? Где она? Ну ладно, окей. Окей. Нужно было вызывать священника. Так, я поехал дальше. У меня вообще-то работа здесь, я нихуя пинать пришел. Мне нужно погрузчиком туда-сюда вилы поднимать, опускать, поднимать, опускать. Вот могу деревья построить. Ой, я не могу заехать на бордюр. Нет, могу. Я уборщик, мне не нравится эта хуйня. Я играю в домино, блядь. Падаем. Вы некрасивые, вы вообще какие-то, блядь, бумажные. Кто-то думал, что поставить бумажные кусты, сейчас на любой дождик по пизде все пойдет.
кусты, да, вы не хочу. Плохая машина, фу, плохая машина. Не нравится мне машина, ну нахуй. И вы мне тоже все не нравитесь, ебаные кусты. Все не нравится мне, уходите, пизду вас. Уходите, говорю. Че-то как-то пусто, нет? Это весь город? Вот этот вот ебучий квадрат 2 на 2, это и есть весь город? Мне страшно представить, где секреты вообще все. Где секреты, кроме меня в траве? Смотри, вот я спрятался, меня нет. Вот я есть, вот меня нет. Понял, нет? Хорош. Так, а что такое? Доильня? Ой, бля, резиновый трактор. Ребенок Халка, блядь. Только пока не позеленел еще. Белый ребенок Халка, внезапно. Так это что, реально все? А какие же секреты-то? В каких-то домах спрятаны... Что спрятано? Бутылочки с молоком? Мамкины сиськи где-то спрятаны в домах? Что? Что мне искать нужно? Что вот здесь секретного такого? Что я еще не посетил? Палаточный лагерь. Окей. А где люди? Это форт здесь снимали? Заебись. Минус палатка. Минус вторая. Окей. Без проблем. Это я умею, это я могу. Так, сейчас пойдем по трейлерам прогуляемся. Смотри-ка. На, нахуй. Фургон, окей, без проблем. Еще один пошел в пизду. Это люди, у которых нет домов, они живут в машинах, хорошо. Им и так, блядь, жизнь не очень-то, а я им еще и дома сломал. Сука, какой я упырь. Какой же я ублюдок, серьезно? Так, хорошо, секунду. Опачки. Опачки. Ух, убирайся отсюда. Ёп твою мать, серьезно? Мне стена приказывает Мне стена приказывает Стена? Серьезно? А не прихуела ли ты, стена? Ты какое право вообще имеешь меня отсюда выгонять? Алло! Я тебе сейчас сломаю ебло! Чуешь рифму? Рифму чуешь, сука? Get out of here, говорит, блядь. Сейчас вот. Get out, ну тебе, я of here тут. Сука, ну как... Вертолет! Все, я пошел. Я знаю, что меня ждет впереди. Меня ждет полет. Наконец-то я нашел свое предназначение в жизни. Я буду водить вертолет. Управлять, летать, все что угодно. Как правильно вертолет звучит? Я не имею в виду вот это. Я имею в виду, что с вертолетом делают? Летают, параллелируют, пассажируют, парируют. Что, блядь, делают с вертолетом? Он живой вообще, нет? Ну-ка, секунду. Сейчас я найду, блядь, я найду к тебе управу. Так, окей, уже я уже наверху, хорошо, хорошо. Я понял, понял. Я все понял, мы пойдем через дом. Через дом пробьем, без проблем. Какого хуя? Там было время полета, серьезно? Ну-ка, вертолет, вертолет, забери меня в полет. Слышь, ты че, ублюдок, ну-ка быстро полетел, блядь. Полетел, сука, вместе со мной, я сказал, алло. Ты че, сучара? Говна железного, кусок, бездушная скотина, машина, упырь. Блять, Майнкрафт, смотри-ка. На, нахуй. Пиздюк сбил Майнкрафт, вот это да. Так, подожди, город бесконечный какой-то или что-то не так? А, вон эта пизда мне опять подмигивала только что. Вон подмигивает, да, динамит меня, сука. До сих пор мне динамит, представляешь? Здесь я, судя по всему, был. Вертолет, а, это мой. Окей. А, это достижение, типа нужно сломать сначала. Хорошо. Очень интересная игра. Я поспешил, когда сравнил с симулятором козла, потому что до симулятора козла она явно не дотягивает. Совершенно не дотягивает. Прям вот, блядь, ни разу не дотягивает. Опа. Все, нахуй, стелс. Опа. 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 Найди пиздюка. Опа, где пиздюк? Опа, нет пиздюка, а вот и я. Опачки, вот это да. Я поехал. Опа, нахуй, все перевернул. Выпустите, пожалуйста. Выпустите меня! Меня съел бассейн. Блять, я стал жертвой желе. Серьезно, слезь! Выйди! Красиво. Гринпис. Панда ебет. Ага, окей. Все понятно, на это мы не смотрим. Это не для нас, мы еще слишком малы. Могу я сесть яйцами на забор.
Но на ебущихся панд мы смотреть не будем, ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя. Это не для нас. Мы пока еще совсем детенки. Детенки совсем. Вообще не надо нам такие вещи показывать. 18 плюс там вся хуйня. Так, я здесь уже был. Здесь я подрубил свой первый трактор. Здесь я нашел свою первую работу, точно. Да-да-да, так оно и было. Так, я вижу секрет. Секрет, секрет или что? Или это гнездо? Или секрет? Какая-то желтая хуйня на скале. Ну-ка, пойдем. Сейчас. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас все будет хорошо. Я же говорил, здесь есть секреты. Я в Steam прочитал, да. В Steam в описании игры написано, бля, что тут есть секреты. Сейчас я его найду. Окей. Либо это что-то, либо нет. Но я уже почти здесь. Я скалолаз. Все окей. Все заебись. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Да, красиво. Хорошо. Отлично просто. Охуенчик. И раз. А, заебись! Да-да-да-да-да. Отлично, что это? Подгузники в изобилии. Найти золотые подгузники. О, я что-то не то сделал сейчас. С чего? Я выбрал какое-то свойство, что ли, или что? Я научился летать, пердеть, что я ему сумел. По-моему, я ничего не сумел. Ты уже сходишь с ума? Я уже да. Мне весело, пиздец. Мне кажется, хватит. Ой, с видом на небо мы закончим. Может быть, хоть что-то расслабляющее здесь сегодня будет. Ссылки на остальные в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. Всем зачисляющие игрушечки. Всем пока. Раньше здесь был мат.